Здравствуйте! Этот ролик записан специально для сайта repetit.ru. Меня зовут Каптова Ольга Викторовна, я преподаватель истории обществознания, юрист, адвокат, создатель успешных бизнес-проектов со стажем работы более 15 лет. Я имею два высших образования. Первое – это юридическая академия имени Кутафина, второе – педагогическое, Московский государственный педагогический университет. Я веду курсы по обществознанию и готовлю ребят к поступлению в ведущие вузы Российской Федерации на бюджетное отделение. Моя цель – заинтересовать предметом обществознания, показать, насколько он интересен и практически применим, а знания в области политологии, социологии и права помогут в реальной жизни. Результатом подготовки являются высокие баллы на ЕГЭ, это 80+, без лишних стрессов и дополнительных переживаний. В своей деятельности я применяю современные педагогические технологии. Широко применяется сократовский метод, в основе которого лежит диалог, беседа между двумя людьми, и знания не даны в готовом виде, а представляют собой проблему и поиск, что позволяет сформировать свое собственное мнение, критическое мышление, умение анализировать и творчески мыслить. Я сама сдала экзамен на высокие баллы, знаю, как вас этому научить. Каждый год я повышаю свою квалификацию для того, чтобы готовить учеников в соответствии с требованиями ГОС и меняющимися стандартами ФИПИ. Как выстраиваются занятия? После бесплатной консультации, небольшого тестирования, я даю рекомендации по программе обучения. Это либо стандарт, она проходит один раз в неделю 2 часа, либо интенсив 2 раза в неделю по 2 часа. Все темы объясняются кратко, понятно и доступно. Формат лекция плюс интерактив плюс практические задания дают отличный результат. Один раз в месяц ребята пишут пробный ЕГЭ в формате реального экзамена, что позволяет понять уровень их знаний и осветить непонятные для учеников темы. Гарантировать эффективность и результат занятий можно при соблюдении моих рекомендаций, активной работе на уроке и выполнении домашних заданий. Жду вас на моих занятиях. Буду очень рада помочь вам в поступлении в вуз своей мечты. Искренне переживаю за каждого ученика и верю в возможности и талант каждого ребенка. Спасибо за внимание.